eyes up and shields front. Ну, если бы я видел то, что у меня было бы 0%, я бы сам рефреш написал. Бывают шансы, когда там типа 0%. Но здесь типа у меня стоит висп. У меня все эти вытащены типа тайт плюс этот... Тайт плюс, боже, визаж. Посмотри игру, которая до этого была, сейчас Хан дрался против Найта. Там Хан просто с момами разъебывал Найта, у которого был Абадон 4200 хп с кирасой. И Хан его пробивал, Хан его пробивал. А у меня уже есть Свен, есть Висп и все леги. Типа, понятное дело, что шанс маленький, но 1% есть. Не нулевой. Хочется побаловаться найти. Тем более, опять же, в Свене есть Буиза. Это же смешно было бы, когда ты 2 Свен шутил бы, я не знаю, насколько у него там крит был бы. Есть, конечно, пук, но все нужно для богов. Смотри, там получается, у меня сейчас крит был 1200 под бафом. То есть у него криты были бы по 3,5к где-то у Свена второго. По 3500, блядь. Ради этого ты играешь, чтобы типа Свен ударил, все упало. Там даже Бармор тебя не сильно бы спас. Теперь опять же, ты думаешь, что Свен убивает пьюром. Это опять же незнание механики доты. Как работает сплэш, мы уже 10 раз проходили. Почему, блядь, я собираю батлфуи на ассасинах и так далее? Похуй. Убивается пьюром. Ладно, Котя. Че ты нахуй загорелся, Котя? У меня буиза уже, да, с 30-го целиком упала. У меня одни когти были полетевшие, мне выпал и Бродсворд, и Демон Эдж. Вообще надо хаоса здесь брать. Зря отдал. Очень большой. О боже, Коть. Очень большая ошибка. Мне, возможно, на первый раунд нужен будет хаос. Щит супер выгодный. Придется отказываться от богов, если они не этот. Не нравится. Короче, типа, еще раз для чата, кто не в курсе. Сплэш бьет от типа брони, а не от количества. Соответственно, Свену более или менее похуй. Если у тебя выключены демоны или нет, он все равно на это разорвет. Потому что он убивает сплэшем. А сплэш, считайте, тот же самый пью. Потому что он не спрашивает, сколько у чела брони. О, простила игра, боже мой, не придется. Игра хочет, чтобы у меня оставались боги. У меня там почти шива была тоже. Почти хекс. Я не знаю, что игра хочет. Надо точно пикать второго хаоса, это раз. Во-вторых, точно надо вот это взять. И по-хорошему, если честно, надо будет продать Марса и взять Биста. Что ж такое, держать. Так. Клятя дудка. Ну, 2 хаоса я точно не буду уже этим. Ну, шива и чё? У меня тоже почти шива была. Сейчас там моб был, у меня почти готова шива была. И с юнитов, если разобрать, у меня был бы хекс. Ладно, не думаю, что тут дудка за геймченджер. Ох, ВД просто за геймченджер. Красиво ВД танканул. Повезло то, что так начали атаковать. Могло прыгнуть намного хуже. ВД, конечно, спереди типа постоял, я об этом позаботился, но типа я только дал дополнительный шанс рандома. Повезло то, что так прыгнул. Вообще нихуя. Что ж такое-то? Я не знаю. Левелап реально почти никакой смысловой нагрузки не несет. Наверное, Венома поставить просто так. Типа воткнуть и все. Давайте вот так станем. Надо антимага еще будет взять. Не знаю, поможет или нет, но там просто увидел антимага, хаосы не работают. Я испугался. Все равно ВД, короче, почти никогда не будет, либо никогда. Я бы даже назвал никогда. Так что... А сейчас могло меня спасти. Ну, блядь, у него этот клятий щит у самого есть. Я пробьюсь, нет? С
Сука, 150 урона. Убьет, да. Да. Я не пробился. Ну, я пытался хотя бы щитом выиграть. С роллом ему повезло. Луна. Фантов тут не будет, сделаем так. Окей. Ну, по идее, этого сильнее. Забавно вышло. Друг друга кинули кеглю. Вот по ощущениям, что не хватает именно как вот это вот. Здесь. Это типа из-за того, что дота не сильно рассчитана, там типа много разновидностей спиртей, вот серьезно. Если бы я делал типа авточес, особенно вот который сейчас делает Дрода, добавить анимации смертей, как сделано. Мне нужен вообще фура или нет? Я не понимаю, мне нужен фура или нет? Дрой Рейнджер сильнее только Венома. Только него. И все. Наверное, не нужен фура. Короче, типа, вот это поле, где сражается, если, типа, умирает с края, чтобы падал в воду, или просто там его взрывом какой-нибудь мины при смерти выносило за текстуры. То есть, вот как вот этих вот в Диабло есть и тому подобных играх. Диабло, Пазик и так далее. То есть, где ты бегаешь, убиваешь монстров постоянно, и у них там куча разновидностей и того, как они умирают. Вот. Для более яркого процесса. Вот в авточесе я бы вот такую фигню сделал. Это очень красиво, да, очень динамично будет, красиво. Хотя бы две смерти сделал бы разные у юнитов. Типа медленное от легкого ранения и типа от взрывного оверкила. Уже было бы забавно. Ну и текстуру, ну типа и текстурам бы добавил, вот как это сказать. Подвижность. Чтобы они как бы чувствовали текстуру. Пусть иногда кретинистически там труп сползает, как в папке, там типа, я не знаю, с жопой кверху, там нога выворачивается не в естественную сторону. Но это было все очень круто, короче. Горы. Что значит горы, не знаю. Так, что у нас есть? Хантов у нас нету. Есть падж. Для андедов. Но я вообще не уверен, что он мне стоит. Хотя, наверное, он будет лучше. Не уверен. Не, на самом деле, я думаю, даже хаос будет лучше. Мины на среднее поле. Ну вот, короче, таких эффектов я бы точно добавлял. Это очень важная часть таких игр. Было бы очень здорово это увидеть. Ну и оно бы хоть как-то объяснило тем, то, что зачем мы уходим на новый движок. Пизда мне, да? Хотя бы ДНС тонканул. Вообще, весь дэмэдж расплетился идеально. Повезло очень сейчас пока что. Сейчас куда кинет? Сука, повезло ему. В падающий щит именно попал. Ложись! Эх, чуть-чуть не повезло, очень жаль. Мог справиться. Давайте левелапнем все равно. Но именно жестокость я не уверен, потому что такие игры, как авточес, они все-таки, как бы это ни звучало, вот такая игра, которую мы сейчас играем, она прям имеет максимально распространенный возрастную категорию, которая может в него играть и получать удовольствие. Ну типа... Скажем, в авточес можно будет, ну, типа, которого сейчас, условно можно играть, там, я не знаю, 8+. То есть, вот такой авточес подходит на 8+. Ну, там, ладно, пускай, ну, 10+, и так далее. Все это выправляется рейтингом в игре.
Типа делаешь нормальный рейтинг в ЕГЭ, чтобы сильные попадались сильными, слабые слабыми, и всем было интересно, и типа все, это категория очень низкий пороговый вход. И, соответственно, вот это типа кровище и все остальное я бы не добавлял из-за того, что типа общая популярность игры будет ниже. Ну, типа как в PUBG добавили то, что просто поубирали кровь и так далее. Что типа стримеры играют там с зеленой кровью и так далее. То какой смысл здесь это все добавлять? Я просто не знаю, насколько там, типа, эти правила распространяются с кровью и со всей остальной хуйней. Ну, вообще, из этого мне ничего не нужно. Два варианта. Я оставляю андедов для того, чтобы быть сильным, но я стоик все равно потерял. Либо продаюсь вот так. Еще можно дать инчу взять, ростика. Ну, частично, да, зеленый лучше. Но зеленый же ставили не только из-за этого. Зеленый же ставили еще из-за этого, чтобы, типа, продукт дешевле, разве нет? Видимость там она не особо сильно добавляет. Или я такой дебил и не знал то, что... То есть ты хочешь сказать, что все ставят вот эту конченую зеленую кровь именно из-за того, чтобы ее было лучше видно? Не верю. Она слишком как-то это дурацки выглядит. Но я могу ошибаться. Чейнмейл. Ну, щитков у меня дохуя. Можно взять под вангуард. Можно взять под шиву. Ладно. Подшиву. Китай, типа, зеленый там запрещено. Опа! Что к нам пришло, ребятки? Абадона точно. Прости, ВИЧ-доктор. Без троллей сегодня. Пока без троллей. Ее сильно лучше видно. Не знал, ну окей. Ну, в смысле, я не знал то, что это не особо, не особо этот, как это сказать. Не настолько важно в том, для этого, для возрастного ценза и так далее. Ну, в смысле, я думал, типа, вот эти вот запреты и все остальное, типа, приоритетно, а не то, что ее для этого, для вида, потому что по ощущениям ее не этот. Ничего такого я прям не видел, чтобы она сильно прям была видна. На Мирамае, да, согласен. Я просто вспомнил, как она примерно выглядит, то да. Так, что мы делаем? Кожан. Кожан. Потом пойдешь. Ну, хоть в 30-ку выйти. У нас очень сильный найт выходит, если мы в 30-ке сейчас. Не очень много хороших найтов, но хаос собран, луна почти. Оба. Дракон. Кожан, ты не дракон, ты чё? Кожан, наверное... О, сука, нихуя у него там айтемов. Просто щелкнуло. Да денежки хочется. Ничего личного. Просто нужны деньги. Ну вот это проблема Китая и ориентированности дрода, то что на выхлопе не очень привычные картинки получаем, ну модели юнитов и так далее.
То есть обычно мы привыкли от изданий друг другое получать. Ну, другие модели. Нихуёво так она поработала тут. Это они уже типа постфактум, то есть они сначала запилили мобильную версию, а потом типа переработали еще раз, чтобы типа не попасть под цензуру? Воу-воу-воу, куда он так разогнался? Он меня отпиздит. Сука, зачем я смотрел? Надо что-то говяное найти, что-то говяное, вот это. Душный, какой ты сильный. Смотрим на душного. Пойди ко мне, душный. Я на него смотрю, страшно, пиздец. Ну, это тоже не слабый, но вроде... Вроде окейный. Вроде мы должны нормально справиться. Хотя луна сдохла. Мне, походу, нихуя мы не справимся. Вроде поистал, потом сдал, что-то вообще не поеборщил. Вообще не справляюсь. Я к душному зашел. Много денег мне это стоило. Ну ладно. Да, кидай ссылку. Думаю, всем интересно. Не только мне. Опа, мом на луне. Сука, Котя смотрел картинки и проебал. Еще один щит, больше щитов. Блять, они убрали декольте, у них нету совести, чести. Опа, на 4. Опа, и мом готов. У них нет совести, нет чести. Су-су-су-су-су. Су-су-су-су-су. Так, у нас 3 щита, у нас, короче, каждый найт получит по щиту, да? Все декольте закрыли. Боже мой, у них реально нет совести, вообще ничего нету. Кровь убрали. Ладно. Ну, блять, бог им судья, серьезно, бог им судья. Опа! Давненько мы так рано найтов не закрывали. А, у нас теперь кожана нету. Сука, где кожан? Где кожан? Ладно, пока стоим так. Мирани ножку из-под юбки. А, да. Это Мирана. Это Луна, наверное, нет? Да, это Луна, а не Мирана. Night Silver is safe once more.
Кожан паскуда, конечно. Попомнит он мои шутки насчет дракона и всей остальной хуйни. Я, в принципе, и так окей, похуй. Там же даже написано Night Sailor. Оба. Пизда нам, да? Что тут дохуя апгрейдов. У нас луна есть из плюсов. Но хаос выключен. Хотя он и так пробивает что-то куски какие-то. Что-то не хватает, да? Чуть-чуть не хватает. Или хватает. Сейчас второй мом будет уже. Найс. Хватило! В смысле, играются. А как они могут иначе играться? Пайн тоже почти акса собрал. Надеюсь, он также будет его собирать, как и я, ебать. Алы на миллион раундов. Так, вражеский дракон побежал. О, сука! Две лины ТТ лина будет. Я заапгрейдил Абадон, и меня сейчас лины, походу, убьют. Вард Венома, отвлекай! Ебать, там этот лина будет, конечно, сочная. Она уже как бы сочная. Заебись, опять по их кайпами сбили стейк. Мишаня любит какую-то хуйню пособирать, почти ТТ лина. Еще и со шмотками будут просто легендарными. Кожан. Спасибо, что не обиделся, серьезно. Для меня это важно, Кожан. Может быть, для тебя или нет, нет, глупая птица, но для меня это действительно важно. Так, чем мы будем стоять? Примерно так и будем, да? Да. Кого, считай, не хватает? У Омника. Ну, графику, кстати, я последнюю сейчас видел, то, что они там делают. Она не так плохо выглядит. Ну, в смысле, прорисовка модели и количество этих пикселей и так далее, она реально неплохо выглядит. Там вопрос анимации, как будет выглядеть спеллов и так далее. Ну, вот это будет почти Шива. Но, типа, ради Шивы брать Void Stone, когда есть в продаже Мифаил. Так себе, наверное, выглядит мув такой, да? Ну, я очень сильный. Верно, очень хуёво, но я очень сильный. Либо вторую дотку, либо Мифаил. Вообще, вы знаете, как я люблю Луну, да? Больше меня, наверное, Луну никто не любит. Ну, короче, просто прошло уже определенное время с релиза этого ТФТ. Ясно, понятно, чел нашел. Короче, пришло определенное время от ТФТ. И стало как бы понятно то, что... Ну, типа, она такое будет, все, типа. Зарплаты у стримеров кончаются, с игры сейчас поуходила, часть осталась, типа, патчи будут понятно какими, все понятно, и типа, все. И я понимаю то, что эта игра мне будет не подходить, все. И... все. Underlords, если честно, не рассчитывал. А вот на ТФТ у меня был шанс влиться, но... походу, нет. Не слабо тут найтов. Я что, единственный найт в лобби? Это я даже не смотрел. Дракон. С ТТ Ириной.
Моя месть. Теперь я тот самый Найт. С Т3 Абадоном еще, который будет. Я помню, что он миг сильнее, но Аба. Аба-то идет. Короче, я просто сейчас на той стадии, то что я признаю, то что либо я буду играть в дродовские шашки, либо я не буду играть в шашки вообще. Ну, типа, мы будем вот так же сидеть. Типа, через 2 месяца спустя, когда вышли дродовские шашки, мы сидим здесь и играем в ДАК. Есть шанс вот такой. Есть же челы, которые до сих пор играют в первую доту на ICCAP, которые там патчи уже не выходили, типа этот. Я не знаю, сколько там уже патчи не выходило. Года 3, наверное, типа. Челы до сих пор играют там в старую мету, им норм. Карту ж не удалят из этого, из доты. Будем сидеть играть. Чё такого? Релиз пробовать, посмотрим. Если она на релизе будет сразу говном, то, ну, типа, мне не нужно пробовать, если я буду понимать, что это говно. Типа, я сыграл 0 партий в ТФТ, в Underlords я не играл хрен знает сколько, зашел на 2 партии. Я понял, что, ну, типа, и так видно, игра говно или не говно, типа, подходит для тебя или нет. Вот. Если будут сомнения, то попробую, если понравится, буду играть. Жесть. Нормальный этот хант. Т3 дровка. Т3 акс. Минус тайканыч нас опять. Если чуда не будет, то что ко мне пришло? Опа, пришли походу с джипси, медитация. Короче, насчет медитации есть одно хорошее правило. Это примерно, как я не знаю, лечение геморроя. Если оно не всем нужно. Типа, это не какой-то must-have-ная фигня, которую, типа, вы что-то упускаете, нет. Кому нужна какая-то такая помощь, то, конечно, у него не может без медитации, типа, собраться и жить полноценно и так далее, то да, пускай медитирует. Но в целом это не этот, короче... Это не must have. Если ты справляешься без нее, то заебись. Если нет, то она тебе нужна. Но в этом ничего такого нету. Это как типа люди, поезжающие без подсчета калорий. Если ты можешь не считать целиком все калории и примерно понимать, сколько ты наел и так далее, ешь так. Если у тебя не получается, то ты срываешься, то еще что-то происходит, то сиди, считай калории. Ну то, что анимации будут похожи, это да. Там, короче, просто посмотрим. Просто, блядь, 2 самых бесполезных юнита апнута. Еще ЦМ-ки не хватает, то ты, чтобы, типа, этот фурор такой вообще навести. Ну, ЮТД Вайки, это, считаю, лучшая ТДшка вообще всех времен. Не вижу смысла, типа, что-то там делать хаоса, дубликатом вывалить. И норм. Все равно нам нужно будет слоты и так далее. Если мы хотим за топ-1 подраться. То, что вот это чудо просто намекает на том, что нам нужны будут слоты. Еще одна плита, заебись. Хаос начинает вырастать. Ну, сука, где мой дракончик? Я не знаю, мне нужен этот дракон. Крабу даже для андедов не хочу ставить. Особенно то, что на НКам теперь уже пожрет, пошла она нахуй.
Так, это что за пиздец? И почему он меня так снес? У меня щиты даже не успели подрубиться. Шестихантер. Хуя там айтемов. Челу норм, там все в дэмэдж. Срочно надо что-то собирать. Рубик не главная фигура, только Марс. Так, ну я успел ему хотя бы подосрать. Я не знаю, где дракон. Похуй. Как-то так пока поживем. Но долго мы это, короче, не протянем. Есть инсайт инфа. Постараюсь в десятке хотя посидеть. Но левел апать я уже не буду. Но под ноль тоже нет смысла сливаться. Ну, у меня Рубик тоже побеждался, ты полем Энигмы и так далее. Рубик может там, типа, супер заишать. Но, типа, если у тебя не будет Марса, тебя ни какой-то ты Рубик и все остальное не спасет. Ни какая-то ты ЦМ-ка ничего тебе не спасет, если у тебя нет ты Марса. Или если Марс там абсолютно пустой. Но ты можешь выиграть игру просто с ты Марсом, с Зевсами, там, Разорами и так далее. Типа, без этого, без Рубика. Рубик, типа, дает тебе дэмэдж. То же самое можешь дэмэдж набрать на Зевсах, на Разорах и все. А вот без Марса ты ниоткуда его не возьмешь, типа этот протект. Тебе пойдет Найт выебит без Марса, тебе любой выебит без Марса. Типа он самый главный. Если он не собирается в ТТ, можно вообще отказываться идти в драконов, хуй пойми что. Собрал. Чайхаус почти готов. Рубик взял скилл визажа. А там что, чайки не дохнут? Охуеть. Серьезно, чайки не дохнут? Бля, вот два визажа у парня. Просто жесть. Медузу я, конечно, убил, но я ее еще и зарядил попутно из минуса. Опа, дракон на переднюю вывалился. Так, я еще стоик сорвал, еще Мишани подгадил. Хватит. Здесь вопрос, давать дракону или луне. Сейчас КПД точно будет выше дать дракону. Не знаю, настолько мне критично это или нет. Ладно, держи дракон. Сейчас ему точно будет супер круто дать. Потом уже так много ЕВ не будет в этом. Есть вариант застыть в этом левеле, заменить пака на визажа по возможности и потом выкатить дубликат дракона и все. Есть вариант сейчас дапать хаоса Абадона уже, наверное. Ну или хотя бы хаоса и пойти в 10-й искать некро. Некро Энигму. Ну вот это просто, короче, типа. Вопрос, когда он найдет Т2 Свена, вот и все. Вот, вот вся игра, которая сейчас происходит. Он будет искать Т2 Свена, моя задача его убить до того, как он найдет Т2 Свена. Ну хуй ты это сделаешь, когда у него 88% хп, и у него уже эти два виспа. Зря он этой хуйней со снайперами занимается, это такая useless занятие. Когда вот эти сейчас свены есть, это просто такой максимально, короче, это... Не знаю, как это назвать, давайте назовем хуйня. Хуйня, отличное, отличное название. Короче, он страдает хуйней сейчас. Ему снайпер все равно сдохнет. Типа он ничего не сделает. Его спасет только Энигма, это два свен. Больше ничего. То, что мы с ним играем за финал и все. И вот этот снайпер, он просто мусор. А стоит до хрена денег. Так что, мы можем выиграть. Тайт снайпер. Я не знаю, зачем они это делают, серьезно, это просто пиздец. Это так... Даже с такими айтемами, это просто пиздец. Просто занимаются хуйней. Чё нам надо? Я хочу Шиву.
Почти ВГ. Есть Вангвард, есть БКБ. БКБ мне особо не нужно, берем Вангварда. Ну, Ванофом Абадону хочется найти, если честно. Вангуард готов. У нас есть супертанк. Давайте его поставим прямо на... Или жалко его так? Вот непонятно теперь, жалко мне его или нет. Пиши, Герсон, если что-то простое по электрике, я могу посоветовать. Разве я так отдал хаоса до подрубления щитов? Все, можно левелапать. Официально. Тихоходка со скином кота, да, все верно. Он так дракона и не находил, да? Походу уже на него хуй забил. Зачем мой раптор? Там магов лобби норм. Вообще я просто мусорный будет юнит. Блять, Лина может шотнуть все что угодно, даже хаоса. Щиты! Еле задефался. Ебать, Лина вообще нормальная. Ты испалил снайперов, что-то почувствовал. Под богами. Ну она такая, она из-за того, что соло таргет выбивает, она так слабовато будет. В теории типа хорошо, но типа слишком мало ОЕ. Пук-то и тоже мы собирали его под фул богами, по-моему. Или там под дабл богами был. Короче, не торт. Типа в теории хорошо, на практике так себе. Слишком маленькая ОЕ. Свен подъехал. И первый тайт есть. И два виспа. У него нет айтемов на этого. На Свена. Ну, он может там потом этого. Акса разбить. Пиздец ли на куски выщелкивает. Вот если бы не найти, то вообще жесть какая-то. Серьезно, я хуй знает просто. Лина просто чемпион. Сидит, бьет ебальники, вот это вот. Вытащили провода, засунули обратно. Я примерно так всю жизнь тоже делаю. Вытащил, засунул, все. Короче, у него апнется Свен, я помню эти правила. Он...
Короче, продается акс, дается эти айтемы в Т2 Свена, и пизда, все, Свен все убивает. Я помню правила этой игры. Ох, я тогда даже с двумя драконами не мог убить. У меня тогда не было хаоса, по-моему, ТТИ, но типа не поможет все равно. Или он пустой был, я не помню, что там было. Поделить, где произошло короткое замыкание по запаху. Тоже новым сценарий. Хуй знает. Я думал, ты скажешь, типа, вопрос из разряда, где находится автомат, я бы тебе сказал, в щитке. И типа, все, ты бы сказал, спасибо за помощь, а ты уже нахуй что-то глубоко пошел. Такие ответы, вопросы я не знаю. И что мы будем делать с этим мечом? Давайте подождем чего-то. А ты, по-моему, реально допытываться начал, типа вот это. 28, 35, да? 35. 35. Если мы выиграем, получим... 10, да? Кожанчик отдать. Но нам нужен выигрыш, прям очень. Ну я ебу, какая тебе помощь электрика нужна. Так, Свен пошел одеваться. Потихонечку, не спеша, но одевается. Мне нужна эта победа, блядь, чат. Помогите мне, Кожан не долетел. Хорошо, что Визаж вообще не герой, а просто мусор. Представляете, если Визаж был бы сильным? Вангуард протащил нас. А, все правильно, мы еще одну монетку. Кожан, мы тебя спасем. Я забыл про монетку за победу. Ну я розетку могу заменить, я не знаю. Типа, это считается за какой-то навык? Наверное ж, да. Ну, типа, не просто нихуя же я не умею делать. Т2 тает. Еще и виз запасное. Энигма, сука. Все идет, все идет. Так, чат, мне нужна еще одна победа. Ни о чем не просил никогда. Нужна победа. Два сайленса. Минус Энигма. Когда же Вупик нахуй поймет, что нужно попадать в Лину? Сколько кожанов еще должно получить лагуну, чтобы Вупик убивал Лину? Ну, вот сейчас он начал точно уже окончили. Опа, хоть что-то дали. Блэдмейл. Так. Ну, я не знаю, как мне должно не покнуть щитами с таким хаосом. Вон, хаос аж отхиливается. Хаос просто хилится. Его не дэмэджит, он хилится. И это 6 хантов. Балансит на это. Вот такие ситуации, наверное, просто балансит. Хаос идет, и все умирает. А вот тут он дефнул хаоса. Ну, вот он меня почти разбил тут. Игра называется, типа, комната ожидания Т2 Свена. Сука, не отдам. Надо было пиздить и до этого. Мой Свен. Ладно, Кожан, нахуй тебя. Не получишь. Мне Энигма пугает и Т2 Свен. Все, больше ничего. Я буду все это собирать. Луну и мом хаоса. Не-не-не. Там хаос нужен нам только как танк. Луна очень много дэмэджа выдает.
Там просто, типа, минус армор получать вообще никакой не хочется. Вон, типа, оно не заряжается. Вот это лопнул щит! Красиво. Не уверен, что я дракона правильно держал. Может быть, его вообще не стоило держать, если честно. Есть еще такое подозрение. Нигма 214. Есть, короче, такое ощущение, что, возможно, не стоило вообще этого дракона здесь собирать. Типа, если я соберу Свена, то, типа, можно отказаться от андедов, от варлоков и поставить дракона плюс Свена. Неплохо пока. Неплохо мы полутались. Как у тебя дела? Чуть-чуть получше, да? Можно криты собрать, да? Enchanted, I'm sure. Блять, один пак за игру был найден. Думаю, так лучше будет. Ну, стабильнее я бы это назвал. Так, Свена я у него не вижу. Вангуард не появился. Свен уже пошел свое грязное дело делать. Просто пошел, стойте. Просто Т1 Свен пробился к драконам. Но у меня один хаос, если станется, он всех убьет все равно. Жалко, варлоков нету, но ему и так, по идее, норм, да? А, ему норм, похуй. Блять, беги сюда! Врубайся там! Блэйдмэр... Клячий Снупик. О-оу. О-оу. Клятий Акс. 32 брони. Давай, дракон, давай! Давай, еби! Йес! Хоть валидолит. Пора, походу, разбивать нашу стену, потому что что-то мне не понравилось, как Свен пошел там тусоваться. Это просто прибор был по всем фронтам. Так, драконы. Одна луна здесь. Тебе Абадон. Более сильному здесь. Все. Кожан, ты цитровой, не поверишь. Да, ну поверишь, куда ты денешься. Держи луну, еще коготочки. Ну, давайте эту мусорку продадим. Хотя Энигму за я ему отдал. Ну, Энигма меня не так страшит, как Свен. Вот Свен это пиздец будет. Что-то еще хуже стало, да? Да. Кучей было лучше. Сколько заданий, чтобы покер стримил? Ты донать, я скажу, когда стоп. Я его возьму, но весь пол мапать не буду. Мне как-то мне походу, блять, в куче было повеселее, серьезно. Чел тоже не может найти ни Свена, ни Энигму.
ледной пожал никуда. Ебать, клячи, Свен, умы! Убейте Свена! Пока все не поедохли. Просто пиздец. Убили. Хаос пошел этой хуйней заниматься. Чел, пора дохнуть. Рутуту есть. Сгоро мы до него доползем. Не, с Вороками примерно то же самое, он просто проапгрейдился. У него Тайт подъехал, Некар. Она смотрелась лучше, то что у него Свен был без Вангварда, без вот таких айтемов. У него был Свен более пустой и типа этот, не было некоторых юнитов. Поэтому сейчас так хуёво стало. Я просто, видишь, я не могу пробить его. Он с Вангвардом, он не дохнет, он просто прорывается до драконов. А остатки уже разъедают 6 хантов. Слишком много умирает. Стейк испортил. Чё? Так, блять, спрятать нахуй. Чё? Оба! Я могу айтемы с нее достать. Хочу ли я достать с нее айтемы? Нет. Думаю, что мой ответ нет. Я даже не разбежался. Ебать я, ебанько. Ну ладно, хоть успел Абадона выставить. Вайпер, что ты, блядь, делаешь? Слабак. Легчайшая. О, то, что было нужно. Это шутка такая, если что. Рутуту, блять. А знаете, что решит игра? Чем она решится, точнее? Сука, Ио номер два, который. Свена нету, Свена нет, все. Победа-то за мной. Если Свена нету, то норм. Просто норм. Так, что у нас это куда? Дракону, да? Да, дракон. Энигма-то 2, блядь. Ну, Энигма это не Свен, в принципе. Он вообще Свена ему пришлось продать. Он, возможно, даже слабее стал. Энигма, конечно, сильная, но типа такое. Это просто не Свен, короче. Этого не хватит. Вот тут у него получше дела пошли. Хотя он с хаосом все равно еще не подрался. Лук его. Да я Свен отдам. Я Свен одержал по большей части, чтобы ему не дать. Я так слабее стану. Ну да похуй, я знаю, что вы это хотите. Ну что, козочка понеслась, да? Понеслась. Я тебе отдаю сильнейшего. И Кожана. Потом не говори то, что я тебя не люблю.
Кожан! Сука, клять и этот. Все поидохло задним иду. Все сдохло от этой луны от глейвов. Нормально. А козочка зато в финальной таблице. Лина дала Бухума Сайленс. Зато козочка в финальной таблице. Где ей собственное место.